25, 26. Да, для нового коровника маловато. Что тут у нас? Фотолаборатория шарика. Подчеркиваем. 27, 28. Ай! Ты, Матроскин, вместо того, чтобы туда-сюда, как сломанные часы, ходить, помог бы лучше корни выкорчевывать. Да, дядь Федор? Интересно, а что сейчас Оля делает? Это о чем это я? А, я шарик не хожу, я руководством занимаюсь. Пока дядя Федор влюблен, он руководить не может. Он только вздыхать может. И почему это ты руководством занимаешься? А ты можешь из 36 корень извлечь? Вот, тогда из земли его извлекай. Ой, я когда в Якутии служил, такие вот корни бивнями мамонта назывались. Чего мамонта? Бивень. Археологическая ценность, между прочим. Ценность, говорите? А шарик ты наш его выбросил? Не выбросил, а в сторону отложил. Мы археблогеры. Свои находки не выбрасываем. Экстренная новость. Только что в деревне Простоквашино был найден этот, как его, мамонта. Подробнее расскажет известный архиблогер Шарик. Здрасте. Работаю я, значит, на археологических раскопках. Вижу корень в земле. Потянул. А там вот этот вот мамонта. Ой. Даже северные мамонты приходили в Простоквашино поесть чудесной травки, которой питаются мои коровки, дающие вот это вот чудесное молочко. Вот оно, это. А ну, повесь на место, у меня экскурсия. А у меня прямой эфир. Да ты даже не помнишь, как он называется, а я утренний надой почти продал. А у меня там зрители разбегаются. Как вам не стыдно? Вечно вы как кошка с собакой. А этот ценный бивень пока у меня побудет. А молоко купить? Я его нашел. Значит, он мой. А потом выбросил. А я подобрал. Значит, мой. Зовите вашего мальчика. Он мне расписаться должен. Что-то мне эта посылка смутно напоминает. А за что он, интересно, должен расписаться? Изготовление фотооткрытки и отправка бандероли в город Неговоритный. Девочке Оле на долгую память. Что? Дядя Федор мой бивень какой-то девчонке отправляет? Это мой бивень. Пока за получение не расписались, это государственный бивень. Отпустите! Это уже девочки Олин бивень. Вообще-то, это мой бивень. А тут раньше наш цирк стоял. Ну, Шапито. Я в нем номер коронной исполнял. А Галактион мне, оказывается, завидовал и подпилил бивень, когда я спал. На следующий день прямо на арене он и отвалился. Детишки испугались. Нам срочно уехать пришлось. Потом Галактиона уволили, а меня билетером оставили. Вот, спасибо. А как вы узнали, что мы бивень нашли? Так я же на вашего шарика в интернете подписан. Люблю про зверушек лесных почитать. И что теперь? Опять в цирке выступать будете? Нет, цирки теперь без животных работают. А вот детишек я вдвое быстрее запускать буду. Эх, жалко.
Больше никто ваш коронный номер не увидит. Ну, для одного известного архиблогера я, пожалуй, сделаю исключение. И раз. Опа. Опа. Али. Оп. Оп.